3 боя, 2 победы, 1 поражение. Чемпион России по панкратиону 13-14 годов, чемпион Европы 2014 года, соответственно. Умедзаде, 22 года, немножко постарше, 6 боев, 4 победы, 2 поражения. Чемпион Азербайджана по боевому самбо, по фрифайту и по панкратиону, соответственно. Регламент 3 по 5. Экстра раунд никаким боком не предусмотрен. И, соответственно, здесь решение будет принято тем или иным образом. Хорошо попытался в ноги зайти, но без ударов, на мой взгляд, поэтому ничего здесь и не получилось. Правым боковым цепанул. Забыл про весовую категорию, сам пока 66 килограммов. Хорошо. Аккуратно так пробуется азербайджанский спортсмен ногами поработать. Бережется проходов. И при этом показывает, что хочу работать, ну, стоит, хочу работать с дистанции, но... Отлично, прошел. Зацеп снаружи завалил. Контратемп сразу. Отличный перевод. Прекрасный сейчас. Аслан сработал. Пролез, не знаю, получили нет. Раскрываю Берти. Азербайджанец. И за попытку встать. Руку не перетащил. Молодец. Перевел уже сам в атаке. Умница. Очень здорово сработал. А этот Игорь сейчас посмотрим, как умеет бороться. Вот этот другой. Вряд ли. Кстати, может получиться. Ногу отключил, руку отключил. Метку. Держил, пока не дает работать. Стойка здесь, я со Шотом Ашигяном с главным судьей беседовал для турнира. Он сказал, то, что если бойцы будут работать, то, естественно, он даст побороться. Это такой жесткий, четкий установка, что, мол, в обязательном порядке, если ничего не происходит, сразу буду поднимать. Но при этом он говорит, если видишь, что развития ситуации нету, что идет именно за Лешу без буду поднимать теперь. Стоп. Да, ну, в общем, все логично. Сумел удержать сейчас Аслан скорее атакующий Лугара. Но Лугар показал, что в общем партнер себя чувствует очень хорошо. И никаким образом его не смутил выходящий сверху спортсмен. Удар в пах. Неприятно, неумышленно, но от этого не менее болезненно. Часто бывает. Хорошо, отдал тройку, попал крайний удар. И вот боковой навстречу умернулся. Краснодарец. Попал левый сбоку через руку туда. Хороший такой длинный удар получился. Уже он сдвоенный был. Сначала бросил один, и потом длинный туда на плече прямо. Хорошо вложился и никуда не торопится. Вот моторика высокая, ну, логично, что сейчас. И здесь сразу пошла рука. Спину почти получилось забрать. Контрит сейчас Шаров. И почти получилось перейти. Почти получилось. Молодец, кстати, переводит. Переводит. И делает замечание сейчас. За то, что Канада цепляет. Но второй перевод, обратите внимание. Удар, в общем, получается. Принимаем отжоры много. Но, тем не менее, есть так бодренько, не теряется. Пытается его оттолкнуть, но очень здорово, знаете, прилип. Действие! Неплохо, хорошая идея, но медленно исполняет, поэтому... В общем, эта атака не получается. Попытка привязать руку. Болевой, левую руку, ну тут нет. По крайней мере, пока.
еще раз попробую кинуть. Затылок, ну куда? 10 секунд, действие. 2 секунды до конца первого раунда. И, знаете, поскольку ты в данном темпе боролся. Решать здесь не собирался. То ли экономил силы на вторую, третью, пятиминутке, то ли соперник ему пока, по крайней мере, ничего не позволяет, вообще не позволяет с собой работать. Партер, ну, уронил, отконтролировал, и в общем все. То есть вялый довольно добивающий удар, я даже полноценно добиваю, назвать не могу, скорее просто контроль. Попал на встречу. Давайте повтор смотреть, если он, конечно, будет. Поскольку номинальный удар в пах. Еще второй. Любопытно сейчас будет, нас возможно. При контроле очень жестко. От двойки просто ушел потом, но дает себе тут помогал. Довольно много. Нарвался теперь уже сам на контрудар. Но заставит сейчас немножко, азербайджанец начинает заставить. Одиночный лоу. Прошла минута с копеечкой. И при этом развития атаки на данный момент нет. Отдался. Он подходит к нему, подходит, дистанцию подбирает, подбирает. Если сумеет сейчас похитрее сработать, вполне есть шанс попасть. Тем более, что попадает, он уже попадает. Хорош! Ой, отлично, опять. Двумя финтами качнул, заставил присесть и левый сбоку, причем такой, по такой хитрой этой траектории, не скажешь, да, пора, блин, бросил. Но так, ну, это не классический сбок, исполнение боксера. Здорово. По колено, естественно, кстати. Что правильно делает азербайджанец, он дает свою атаку развивать сейчас. Понимаешь, что стоит начинать наступать. В принципе, здесь кроме серии одного левого бокового, пока в раунде ничего нет. Не переведет партер, проиграет. В втором раунде будет понятно. Сейчас надо атаковать самого. Опять, ну вот все здорово. Чуть-чуть сейчас удалось. Попытка перейти в партер. Хорошо давит. Бросаться начинает. И это, кстати, довольно опасно. Лично мне памятен из репортажа. Комментировали, это был Golden Glory турнир в Москве, который проводился. Попали, тоже не бросился без рук. Ну, то есть руками никакую комбинацию не показал. Вот пошел головой вперед. Встретил коллег. Ну, многое мы с вами видели, понятно, дорогие друзья. Тут нокаут у него памятен, потому что, вот по совести сказать, было страшно смотреть. Несут и уже все с конца. Короче, там и позвонок, но крупнуть и привет. Подсел. Сейчас добавить, конечно, нужно активности. Сам он это все прекрасно понимает. И наоборот, чуть более строго стал работать. Да, вот Нангина хватало уже. Нангина хватало. Представитель клуба НАР. И ровно поэтому попытка прохода. Ну-ка, есть шанс сейчас контри, кстати. Это обратный треугольник может получить вполне себе. Обратный треугольник, ему надо скидывать, он на себя его затаскивает. Снизу вверх, толкай. Хорошо, не расцепил замок, молодец.
будет. Вот сейчас отлично поступил. Просто отлично все сделал Бугар. Прихватил ногу, не дает встать. Все здесь правильно. Нельзя заваливаться, потому что будет шанс застегнуть. Но скинет, конечно. Скинет здесь. Высоковато держал, но почти попался. Прекрасное вот это умение продемонстрировал Бакинец. И Бекфист попал в челюсть сейчас. Аслан Шилов неплохо. Низко, уже низко стали руки. Повисли немножко угары руки. Но шанс-то был какой, о, как здорово. Сам себе практически на том месте, Аслан. Проблема свой. Итак, третий раунд. Третий раунд, напомню по регламенту. Здесь экстра раунда нет. По крайней мере, это озвучивалось на судейском совещании. Ух ты. Видно, что Аслан-то очень устал. После перерыва существенно сбавил темп. И сейчас экономит силы. Это видно, что он их экономит. Вот это умение работать сейчас через «не хочу» покажет нам самый профессионализм. Инициатива пытается перехватить, неплохо, едва не отдал спину. Воздух туда, хорошо пока дистанцию контролирует. Краснодарец, все получается. То есть в стойке по нему попал на мизеру. Номер три. Это вот сейчас предупредят. Внимательно мои команды слушают. Кстати, вот единственное, что хотелось бы отметить, решение. Три удара в пах все-таки можно замечательно сделать. Хорошо по ногам, еще отлично по ногам. Сбил. Здесь сейчас это уже заметно. Просадил, эти лоу наконец-то сработали. И сработали, это здорово. Обратите внимание, сейчас перехватил инициативу и уже начинает отбивать. Если не прятаться, то с ногами осторожничать. Отлично опять. Вот этот инсайд заходит, просто как дети в школу в понедельник. Раз и там, здесь неплохо. Не боится абсолютно, по крайней мере, по ощущениям. Да. Именно эти комбинации, то есть middle kick туда, в район, плавающий трейдер в район. Печени. Вот, ушли в перестрелку одиночными ударами. Понятно, что подсаженный круг уже проблема стартовала. Но на встречу бьет по-прежнему очень-очень уверенно. Еще есть шанс. Ну, по крайней мере, попытаться взорваться вправо. Сбок, смотрите, черты. Спасло то, что прыжком уходил назад азербайджанец. Это все чувствительно. Опять попал. Прихватил. Ну, кстати, молодец, хорошо смотрел. Отлично. Сейчас чуть-чуть не попал апперкот. Чуть-чуть, самое малое. Сейчас упорством просто. Вольников хорошо выдавил до конца. Попытки пересек партер, потому что есть понимание, сейчас уронит и получится отконтролировать. В принципе, раунд заберет. Отлично. Супер, ну, подразвить атаку бы сейчас, конечно. Но силы не беспредельны. Ударки в этих одиночных ударах сейчас переигрывает. Переигрывает Аслан своего соперника, тот уже в ударную технику даже не идет. Попытки перевести, попытки именно свалить. Сложное решение будет, если чего-то не случится, остается немного действий, еще довольно много. Руки уже висят, уже не поднимаются практически.
угара, но здесь надо работать, попытаться через не могу, через не могу. Он просто бьет откуда-то с пояса. Там. Джек там. Да. На каком желании? Сейчас полное ощущение было, что у Аслана и дополнительные силы откуда-то взялись на секунду, начинают уже выцеливать с ним, чтобы попасть. Вот еще разик до верного, что называется. И хорошо. Но пока оппонент стоит, никуда не двигается. Еще одна попытка прохода, контрит, и оказывается таки снизу в итоге. Ох, как не вовремя сейчас. Ох, как не вовремя. 15 секунд. Всего-навсего. А контроль-то позиции есть. И раунд, в принципе, ровный. И вот тебе перевод. Ну, время, конечно, да. Уже не хватит ничего, чтобы вынести. 10 секунд. И попытка сработать в добивании. Активно сопротивляется снизу Аслан Шаов. И время. Время. Хорош. И ваш аплодисмент, завершенный. Слово за судьи. А для судьи, кстати, сейчас будет очень неприятный момент. Почему? Потому что, ну, мы сами понимаем, то, что в ударной технике здесь, конечно, все, как любят говорить, неоднозначно. Больше попал однозначно Аслан Шаов. Будем не забывать, потому что он находится еще и дома. В угармане ЗАД выстоял натиск и сам в концовке третьего раунда сумел сделать тейкдаун. Отконтролировать, запоминать последний. Ну, это не только свойство психики, это, в принципе, свойство любого вида спорта, того, где он действует так или иначе продолжительно. И здесь тейкдаун в концовке, контроль, это, конечно, может сыграть. Судейским записочкам. Все собрали, смотрим туда, справа, к судейскому столику, что скажут. Пока еще идет совещание, но здесь понятно, поединок довольно сложный. И это как раз тот случай, когда все движения надо именно рассчитывать. Она зажигает угарную медзаде. Танцы, танцы. Ну что, молодец, умение работать на публику, это тоже очень большое дело. Тем более без какой-то агрессии, без какого-то там излишнего пафоса, наверное, молодец. Не хватило ему немножко ударки, ну, просто вот на вкус, что называется. А Аслан, несмотря на то, что прекрасно контрил, то есть видел прекрасно все эти проходы, можно сказать, даже контролировал, но не успевал. До конца все равно не успевал. Все равно вот это умение дорабатывать проход до конца, не так, что бросился, понял, что не получилось, противника бросаешь в угар. Так ты как раз не делал. Оно здесь за него сыграло. Ну-ка, ног, давайте послушаем. Александр Загорский внимательно сейчас включает записи. И да, господа, по завершении этого конкурентного боя обратимся к судейским запискам. Судья Кощеев, 30-27, Шаов. Судья Ширяев, 30-30, ничья. И судья Сакуров, 30-27. Таким образом, большинством судейских голосов победу одержал Аслан Шаов! Поздравляем Аслана Шаова с победой. Большинством судейских голосов он здесь был объявлен.